И всем привет, с вами Нитирамус, и мы продолжаем играть Спайра, который дракон. Ну, Спайр, который дракон. У нас на очереди уровень с боссом по имени Доктор Шемп. Что бы это ни значило. Камикадзе. Ему надоело, что его постоянно пинают эти... Как там? Поварихи. Ну, они же готовили в прошлом уровне в таком. Ну, с ними. Да и ложка у них соответствующая. Что-то орёт, конечно. Чё-то музыка как-то действительно громковато орёт. Ну, будем надеяться, меня нормально слышно. Скинулись. А. Можно, конечно, их было всех рогами позбивать, но и так же интереснее. И даже камера что-то залипла там. Подлая такая. Они, кстати, по-моему, даже урона не наносят, они просто откидывают хорошенько. А в таком месте это было бы смертельно опасно. Это у нас такой обрыв. А тут у нас вот такой вот штюк. И мы продвигаемся далее. Ох ты ж тебя. Давай. Трондл. This guy thinks he's so cool. You don't know what it's been like listening to him over and over. But I'll tell you one thing. Этот парень считает себя слишком крутым, но ему нужно следить за своим задом. Да чтоб меня! Что-то я начал умирать. Нехорошо. Вообще ни разу. Подгорел у него зад. Завоняло горелым задом. С такими самомнительными чайниками разговор короткий. А с такими самоумнительными чайниками, как я, разговор еще, короче, я понял. Соскользил. Давай, давай. Надо еще посмотреть, как он сражается на третьем этапе. Я сдохну два раза на уровне, это... Ну, тут легко было, в принципе. Чего я так прятался от него? Непонятно вообще. Ага, хитроумный такой ящик. Охренеть.
Вот мы, собственно, прошли уровень. Быстренько так. Промчали уровень, я бы даже сказал. Да, все у нас на месте. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Ну, здрасте. Че, хитрый самый, да? Пушку он взял. Думает, пушку взял, умнее стал. Ну, вот сюда теперь. Мы же прошли в первом. Да, в первом мы прошли. Ночной полет. На красивом фоне с кристаллами. Ох ты ж. Немножко забыл управление, что тут инвертировано вертикальное. Так, нажимаю рестарт. Ну что? Тут надо как-то более-менее четко это все делать. Эти хрени уже по 2 секунды дают. В первом уровне по 3. Кстати, арки тоже менее выгодны здесь. Эти заразы тоже по 2 секунды дают. Так, по-моему, надо постараться сначала арки пройти, а потом будет возможность все эти маяки собрать. Должна возможность быть. Потому что тут уровень как раз и рассчитан вот под такое. Там куда? А, вот туда. Так, и вот этот вот последний маяк. Прошли. Со второй попытки. Не сохраняемся. Точнее, стоп, сохраняться идем. Не пытаемся заново пройти. То есть, там можно на время это проходить. Привет третьему Крэшу. Чтоб его. Точнее, чтоб эти испытания на время. Так, ты давай свое. Свое ешь. Почти жизнь оформили. Давайте, кстати, вот этих вот убьем. И у тех двоих тоже. Ну и вот этого еще ладно. А теперь готовимся идти на следующий этап, следующий мир, который же нам доставит проблем. Там есть парочка неприятных уровней. Не убоюсь, что так быстро нашел столько сокровищ. Идем в мир магических ремесленников. Ха, сейчас. Если бы я не успел, он бы туда встал и пришлось бы заново заходить в этот этап. Нет, не нужно. Это уже такой весь сам себе сказочный какой-то такой мир. Естественно, раз это мир магии, то он обязан быть упоротым. Космос.
want you to release the dragons, reclaim our treasure, and recover the eggs from those pesky blue thieves. Такой, как будто сразу три квеста такой дал, крутой. Каудо, ну... Так, тут мы все собрали, да? Отлично. Да, вот что колдун умеет делать. Они умеют заменять территорию. Вот, кстати, видели, сейчас упал хреновина. И разбился звук, будто снова что-то разбилось. Ой, раздался звук, как будто снова что-то разбилось. Не-не-не, мне не сюда. Я хотел просто заглянуть, чтобы убедиться, что там ни хрена нет. Так, нет, туда смысла нет, я там ничего не сделал. Вы, кстати, видите, тут два. Два яйца! Кстати, его тут можно пешком поймать. Спокойно. Для, пожалуй, даже так легче. Чё ты? Не ожидал, да? Хе-хе. Крутой такой. Колдун нашелся тоже мне. Здесь нам делать нечего. Зентор. When you see arrows like these, you can charge along with them to begin a supercharge. Supercharge? Excellent. Go ahead, try it. Это у нас, слушай, рассказал про суперускорение. В общем, промчались на совершенно другой этап. Я так быстро промчался, потому что там был. Вы могли там в какую-то долю секунды заметить, что там был этот бронеящик. Так, давайте возвращаться, а то что-то я как-то слишком быстро это все сделал. This portal leads to a special place where you can learn to fly. I remember when I was a young dragon, earning my wings. Learn to fly. Got it. Замечательно. В общем, за этим порталом снова летательный уровень. Естественно, мы его в последнюю очередь будем проходить. Куда я пошел? Мне там нечего делать. Мне нужно завершить свои поиски здесь. Иногда колдуны делают такие вещи, зацикленно. Тун-тун-тун-тун-тун. Всего 30 сокровищ, 17 сокровищников у нас них, и драконов всех. Там, кстати, там ящик с сокровищами лежит. Тун-тун-тун. Ну, естественно, этого нам не хватит. Потому что нам может дать один ящичек вот такой? Нам может дать пятерку. А теперь надо назад. Эх, тебе прокатись. А теперь нам нужно вот сюда. И где-то вот здесь вот должна быть дырка. Здрасте, приехали. Это как? Где я пропустил кристалл? У меня что-то мысленно начало. Потому что я вначале где-то что-то напропускал, потому что я там как рванул и как вообще ничего не осмотрелся.
Нет. Дни в ночь. А, давайте осмотримся. Может, блестит? Нет, не блестит. А, вон он там. В самом конце мира все-таки видно, то есть они выдают себя, если так поприсматриваться. На больших открытых пространствах это очень удобно. Взял, осмотрелся, понял, куда надо идти, собрал кристалл. Так, вот за вот этим порталом. Здрасте. Шикарно. Подбились. А теперь идемте в первый уровень. Я думаю, опять же, по порядку стоит их проходить, поэтому идемте вот туда вот. Вот этот вот. Тут нет нигде. Ну, ладно, там найдем. Один из самых запомнившихся мне уровней с детства. Нашелся умный. Эти чайники приручили такую огромную хренотень. Кстати, да, вон там вот кристаллик, я бы его пропустил и опять бегал бы по уровню и осматривал весь уровень, чтобы найти кристаллик с двойкой. Ну, я уже говорю, что раз это магический мир, значит тут будет магия. Зейн. Спайро, you're not afraid of those big, noisy, gigantic, awful beasts, are you? Of course not. I didn't think so. Еще не верит, что мы достаточно смелые и не боимся этих желтых чудиков. Нет, мне нужно было не это. Да, там эпическая дуэль происходит. Пока как-то волшебник оказывается в более лидирующей позиции. У меня получается измываться над этим ледяным демоном куда круче, чем у этого демона над ним. Так, давай уже. Собирай кристаллы. В этот момент я, по-моему, тоже довольно долго проходил. Хотя я, на самом деле, вот в эту часть уровня, то есть вот сюда вот, прилетел уже никогда. Именно в детстве играл, уже в таком. Спустя только несколько лет, когда я начал играть в эту игру. Ну что делать, невнимательность. Кристаллик. Собираем и. О! Вертофлюшка. Вертофлюшку я тоже собираю. Теперь вот так вот. На основную часть уровня. То есть я бы вот оттуда, там вот я дракона где спас, не вот туда полетел бы, а вот сюда прилетел бы. Так, надо смотреться. Я все собрал. Вроде все. Вот
Ты хрена себе, он от меня уклонился. Охренеть, крутой волшебник. Он чертов маг. Он уклонился от моего... От моего атаки. Да. Что логично, вниз нам прыгать не стоит. Он не успел заорать. Только успел подумать, что все не очень хорошо, что к нему дракон идет. Элдрид. Такс, что делать? Да чтоб ты, что ты такое ж? Да куда ты? Помню, меня пугали раньше эти монстры. Да, золотые были времена. Ты такой внезапный. Он думал, что он такой крутой. Вызвал демона. И каких он кирпичей наложил, когда я... Когда он увидел, как я его разделал. Хотя... Ну, вот, они кричат прикольно. Ага. Чайник. Чайник. Ой, ла-ла-ла-па-па-па-па. Да, вон там самое начало, то есть уровень по кругу можно обойти. Great work, Spyro. If you keep this up, you'll learn all the tricks of the Magic Crafter world. Чё-то похвалил, но чё-то не помню, что он сказал. Бывает. Да, мы этого... Эту дебилушку уже слышим. Так, камера, пожалуй, туда, куда-нибудь развернись. Это очень неудобное место, на самом деле. Максимально неудобное. Максимум неудобства. Это дебилушка, уже подумал, что я за ним бегу. Remember that these blue thieves haven't stolen eggs only in the Magic Crafter world. Don't worry, I'll take care of them. Ну вот и все. Добегался. Как говорится, почти прошли уровень на самом деле. Акалаталапапам. Все, уровень пройден. И можно... Торжественной походкой пройти к финишу. Ну ладно, не будем так тормозить. Лучше пробежимся. Теперь давайте сохранимся. Упс.
Ну ладно, я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих видео. Да, исправил недоразумение.